17 человек погибли, более 60 ранены в результате теракта на юге Багдада. Взрыв прогремел на полицейском блокпосту, расположенном на выезде из города. По словам очевидцев, в КПП въехал заминированный бензовоз, за рулем которого находился террорист-смертник. Среди пострадавших есть сотрудники правоохранительных органов. Трое полицейских погибли. Последние теракты в Ираке могут быть ответом на операцию военных по освобождению Масула от группировки ТИГИЛ.